Кубок Миколаївської області з пауерліфтингу поговоримо вже за декілька секунд з гостями студії «Нового дня». Тож до нас завітали Сергій Палієнко, представник Федерації пауерліфтингу України в Миколаївській області, та Максим Бревда, директор GymStyle. Вітаємо вас. Доброго дня. Пройде відкритий Кубок Миколаївської області по пауерліфтингу. Це грандіозне событие, яке вже 10 років не було в нашому місті. Хотілося б узнати подробніше о організації, взагалі о самому мероприятии. Будь Сергій почне, я думаю. Более глобально это все. Ну, прежде чем начать о самом мероприятии, хотелось бы сказать, и без Максима бы это мероприятие просто не состоялось, потому что мы столкнулись с такой проблемой, как поиск помещения. Казалось бы, что проще можно придумать. Мы пришли в управление физической культуры и спорта и попросили предоставить нам для проведения любой спортивный зал и так далее. Но, судя по всему, получили отказ. Да, как всегда в нашей стране так вышло, что по стечению обстоятельств единственное коммунальное предприятие, которое находится под юрисдикцией управления спорта, это ФОК, который находится на Намыле. И он находился в ремонте. Нам сказали, что вы попытаетесь своими силами найти, если нет, мы чем-то будем вам помогать. Ну, в общем, ушли ни с чем. Мы вышли на ФОК бывшего НКИ, и, если честно, я был поражен, потому что нам сказали сумму четырехзначную за аренду одного дня, такую, которую, ну, хватит на съем приличной квартиры, а не спортивного мероприятия на один день. И тогда в социальной сети, я просто так, не знаю Максима абсолютно, я никогда с ним не общался, просто написал ему, что так и так, не могли бы вы, пожалуйста, помочь нам с помещением, и человек откликнулся. Хотелось бы теперь от вас, Максим, услышать, почему сразу так откликнулись и решили проводить на базе своего спортивного клуба данное мероприятие. Ну, откликнулся по одной причине, потому что Сережа уже, наверное, не первая федерация, которая обращается с какими-либо к нам вопросами. И, понимаете, у нас как бы благо дело, нам не надо ехать, никого брать разрешение, у нас есть свое помещение, свои залы, свой ресурс. Мы с ним договорились, это будет воскресный день, в принципе, тот день, когда у меня как раз зал более-менее разгруженный. И с Сергеем сели, я посмотрел формат турнира, то есть это национальная федерация, это федерация, которая соберет очень немало хороших спортсменов. У нас ребята в клубе, которые выступают, там очень много друзей, которые выступают. Но откликнулся быстро, потому что это развитие спорта, толчок. С меня не сильно, там, скажем, убудет это время, которое выделили под турнир, но это даст какое-то классное мероприятие, классный толчок, туда придут много спортсменов, будет еще одно яркое событие, которое даст в Николаеве хороший рост этому спорту. Поэтому, поставив на весы, допустим, вот эти два момента, я не колебаюсь, все-таки решил пойти на встречу, потому что мы уже не раз шли и в футболу, и что мы только не делали, и бодибилдинги, и там каратистам помогали, поэтому, в принципе, что касается спорта, мне все равно кому помогать. Действительно, очень яркое событие. Хотелось бы узнать о значимости данного турнира в спорте Николаевской области. Ну, вы правильно заметили в начале программы, что 10 лет наша область не была представлена Национальной Федерацией пауэрлифтинга Украины. И вот в августе мы получили разрешение с Министерства спорта, с Киева. И уже в сентябре первые спортсмены поехали на чемпионат Украины. И хотелось бы отметить, что вот один наш юниор, Паша Парнак, он в 53-й категории выиграл свою категорию с рекордом Украины в отдельном движении в тяге и получил приглашение в национальную сборную, и в июне поедет в Беларусь, защищая честь Украины. И уже Николаевщина будет представлена впервые за 10 лет на мировой арене. А сколько вообще участников решили принять участие в турнире? Сколько, возможно, уже есть заявок? На данный момент 56 человек заявлены в дисциплину трайборе. Отдельно для региона это действительно очень большой показатель, потому что в альтернативных федерациях такое количество собирается, ну, на уровне чемпионатов Украины, а не на уровне какой-то области. И 60 заявок у нас в турнире «Становая тяга». Сколько 120 получается? 110-120 да. Человек уже подали, не считая зрителей. А вот по поводу зрителей тоже интересно, кто может прийти и действительно посмотреть уникальное зрелище, которое бывает раз в 10 лет? Ну, смотрите, мы сделали, получается, логично, что сделали, как всегда, свободный вход на этот турнир, то есть прийти могут все, но, как говорится, зал не резиновый, у нас там есть свои нюансы, ресурсы, поэтому мы примем максимум людей, сколько мы сможем принять, а для тех, кто туда не сможет попасть, мы специально буквально вчера быстро
по горящим следам, организовали онлайн-трансляцию, и, скорее всего, что будем мы нашли партнеров, спонсоров, которые нам помогут ее оплатить, и у нас будет онлайн-трансляция, которую посмотрят не только николаевцы, допустим, а со всей, ребята со всей страны, с других федераций смогут посмотреть в онлайне, как пройдет турнир, на каком уровне. Где наши телезрители смогут найти ссылку на онлайн-трансляцию? У нас будет на соцсетях, то есть это будет на странице Gymstyle, это будет, скорее всего, мы успеем в анонсах на Николаев и на 0512, там на группах социальных, там типично Николаев, там у ребят на официальном сайте Национальной Федерации это все выставится. То есть мы постараемся в СМИ это максимум все, ссылку буквально завтра, послезавтра уже выкинуть, то есть чтобы люди могли зайти и посмотреть. У меня на странице она будет, кто там лично знает, заходите, смотрите. То есть максимальное количество людей, все желающие смогут посмотреть, да, посмотреть онлайн турнир. Хотелось бы теперь узнать о самой программе. Как, что будет происходить, что запланировано? Начало у нас в 9:00, начинают выступать девушки, которых около 12-15 человек, что тоже очень-таки привлекательно. А далее выступают легкие весовые категории, а дальше идут тяжеловесы. И где-то в часов 7-6 вечера начинается турнир по становой тяге. Спортсмены, которые выступают в тройборе, могут перенести результат, а спортсмены, которые не способны пока что выступить в тройборе, у них не хватает определенных там силовых показателей, мотивации и так далее, они могут принять участие в турнире по становой тяге, посмотреть на спортсменов Национальной Федерации и подтянуться к нам. А вот как отбирали участников? Вы брали всех желающих или был какой-то определенный отбор? На области могут выступать все желающие. А вот примечательно, почему проводится область. Для того, чтобы выступить на уровне чемпионата Кубка страны, необходимо получить минимум первый разряд. Поэтому спортсмен на области получает, мы ему способны присвоить разряд через спорткомитет до звания кандидата мастера спорта. И уже вот с этим кандидатом мастером спорта или первым разрядом он выступает на уровне национальной арены. А вот победители турнира, будет для них какое-то поощрение? Есть к чему стремиться? Да, благодаря спонсорам, у нас их, к сожалению, пока всего лишь два, главный это Максим, и второй человек, Дмитрий Алаев, выделил нам определенную небольшую сумму, но которая способна покорить призы за абсолютное первенство среди мужчин, среди женщин, а также первые места по юниорам и категории тинейджерам. А вот городские власти, они не участвуют в поощрении участников, или они просто отнекиваются от этого? Ну, если подправлю вас, это областные власти, областной совет, ну, подчиненный областному совету. Конец года, наверное, экономический бюджет, незапланированные растраты. Мы к ним обращались только с помещением, которое мы не получили, поэтому по такому вопросу я даже не было даже смысла к ним обращаться. Сережа еще не знает, я буквально вчера провел там одну, ну, не встреча, потому что это ребята не с Николаева, нам еще дадут, скорее всего, помогут со спортивным питанием и будут призы спортпита. Вот. Но это там, не наша компания, это мы киевляне. Вот, так что еще Сережа не успел даже переговорить. То есть я думаю, что поможем, первый раз поможем так, по максимуму. Второй раз уже, когда если будет турнир делаться весной, то я думаю, мы уже подтянем. Просто как бы в попыхах все это делалось, я не так заранее об этом знал, плюс свой турнир, мы надеюсь на весну подтянем уже какой-нибудь серьезный фонд там, или спонсора, и немножко постараемся более, скажем, серьезнее подойти к этому делу. Хотелось бы теперь еще раз проанонсировать, куда могут прийти наши телезрители для того, чтобы посмотреть на турнир по пауэрлифтингу, и буквально пару слов анонса, почему стоит прийти, почему стоит посмотреть, чем будете удивлять. Давайте я скажу, когда, а Сережа скажет, почему стоит. Вот. Ну, приходи, мы все ждем 11 октября, это у нас воскресенье, в 9 часов у нас старт, в 12 часов официальное открытие, это у нас идет проспект Героев Сталинграда, 9R, фитнес-клуб Gymstyle, ТСМ-стор, второй этаж. Там прямо на футбольном поле на 420 квадратных метров у нас будет проходить это соревнование. Вот, всех ждем, бесплатно приходите, смотрите, кто не может, смотрите нас в онлайне, вот, занимайтесь спортом, будьте здоровы. Сережа продолжит. Да, ну, пауэрлифтинг представлен не только на национальном уровне, он, этот вид спорта представлен на всемирных играх. Это спорт высших достижений. Соответственно, чтобы посмотреть на будущих звезд наших, таких как Павел Парнак, такие как Маша Терновая, это юниорка, которая на национальном чемпионате в следующем году сходу, я думаю, в первом же подходе снимет национальный рекорд и отберется в сборную. И третий участник, на котором можно будет посмотреть, это Геннадий Попов. Он будет выступать в качестве зрителя, потому что на этом турнире и Кубке не проводится отдельная дисциплина жим-лежа, но он перевыполняет мотив мастера спорта. Правда, только пока на тренировках, но заявка на победу на национальном уровне у него очень велика. И поэтому, чтобы посмотреть и знать в лицо наших молодых звезд,
николаевцев, которые будут представлять сборную страны, я надеюсь, в будущем, стоит прийти и посмотреть и их поддержать. Действительно заинтересовали, даже у меня возникло желание прийти посмотреть на юных николаевских звезд, чтобы поддержать своих ребят. А я нагадую нашим телеглядачам, что сегодня до студии Нового дня завітали Максим Бревда, директор фітнес-клубу «Джим Стайл», та Сергій Палієнко, представник Федерації пауерліфтингу України в Миколаївській області.